Дорогие друзья, вы на Икутплей, продолжаем играть в Лейк Райдер. Так, что здесь найдем? Что новенько? Ничего не то. Что такое? Скрытая какая-то. Вот еще понять этот эльфийский. Аурум домом. I think a piece is missing. I think a piece is missing. I think a piece is missing. Так, здесь явно чего-то не хватает. I think a piece is missing. Что? Сверху, да? Что дальше? Так.
Дать вроде бы, да? Sun and God. А, во, смотрите. Мне вот эти данные нужны. Так, нам должно повезти с этим. Тик. Открыть что-то? Вау! Вау! Сломали? Что такое? Достижение. Корабль в Атлантику. Где я? Что это за свет? Мари, что это за место? София, вы где-то здесь? Мари, я тебя не слышу. Я не знаю, что произошло. Я слышал, как вы звонили мне в лес. Но мое тело, это был собственный разум. И теперь я застрял. Вы должны мне помочь выйти отсюда. Интересно, что за такой звон в лес? Может, крик? По снегу. Она не слышала меня, даже когда кричала ее имя. Я оглянулась, но не могла не видеть нигде. Но, услышав ее голос, было приятно, что я была на правильном пути. Я думаю, что, может быть, голубой свет вел меня к ней. Но это было непросто. Непросто. Эй, ты проснешься? Ты спала весь день, пока я искала другую девочку. Я все еще не нашла ее, хотя... Ты нашла что-то здесь? Вот так. Я нашла, я не знаю, что это было. Когда я открыла его, я увидела самый яркий свет. Это, должно быть, выбили меня. У меня был самый странный сон какой-то. А сны? Я люблю сны. О чем он был? Это слышал, как София призывала меня. Это был голубой свет. Такой захватывающий? Синий свет? Вы знаете, что мисс Нелли говорила о синем свете? Мы должны поговорить с ней.
Выйдите во двор, пока я озираюсь вокруг озера. Мы играем в прятки, и она действительно хороша в этом. Хм. Март 4, 1905 года. Здесь такой беспорядок, что на стол будет хорошим укрытием. Старый мастер думал, что я никогда не пойму, как это сработало. Он должен увидеть меня сейчас. Я не думаю, что кто-то из них видел. Как туда поместил, лучше не знать. Так.
Дети переехали, их мама. Я должен сказать, что я удивлен, насколько тихие дети. Я ожидал, что они будут бегать и шуметь. Но они еще не спрашивали о моих изобретениях. Возможно, они придут к нему. Между тем, я сделал для них игрушки. И у меня можно будет, будут некоторые пружины и фейерверки, летающие вокруг. Я буду представить себе улыбки их лица, когда я приношу им, им подарки. Ну, сделают, наверное. Счастливая семья с большой семьей, с детьми, счастливыми родителями. Шарлотта, Шарлотта, летом, весной, цветы, которые плачут, я беру слезы и колдую их за твои руки. Что случилось с Софией? Призрак не мог успокоиться, но он дал мне надежду, что я должна была дальше идти. Я надеюсь на информацию, чтобы найти мисс Нелли. Thank you.
Садовник, пожалуйста, на новую роту. Что он знает о управлении ими. Я должен быть думать о безопасности всех моих изобретений. У нас есть строители, бегающие по нижнему саду. И кто знает, что они могут делать. Я не доверяю им. Но одного из них был глотной протез. Он пират? Я не могу пиратов на заднем дворе держать. Вот почему я поднял ворота. Интересно. Вот это объяснение. Пираты. Глазный протез. Блин, интересно. Февраля 1905 года. Этим утром я пытался пересечь озеро, но так как я достиг не более 50 футов, невидимая сила вытащила меня обратно на берег с такой силой, что я сломал лодку, видимо, берег. Разбило навзничь. И это, наверное, наверное, было. А если бы это было в жемчужину? Крепче, точнее. Интересно, интересно. И что здесь такое? Ничего интересного, да? Повключал везде свет. Вроде бы как. Ночь не наступит, я надеюсь, здесь. По темноте. Хоть ну фонарь, смотрите, фонарей дофига. По два фонаря. Вид прекрасный такой. Давайте, друзья, на этом закончивать. В следующей серии мы продолжим. А пока что на это все. Всем спасибо большое. Всем пока-пока.